Великий пост завершает Страстная неделя. Это самый строгий период ограничений для православных верующих. В этом году она начинается после вербного воскресенья и завершается Пасхой 16 апреля. Всю Страстную неделю православные христиане готовятся к пасхальным торжествам. Последняя неделя 40-дневного поста посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Это время не случайно называют «страстной седмицей». В церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание». Это муки, которые испытал Спаситель перед смертью на распятии, после чего произошло его счастливое воскресение. Все дни этой недели называют великими. Каждый посвящен определенному евангельскому событию. Всю Страстную седмицу верующие проводят в строгом воздержании и усердной молитве, совершении добрых дел и проявлении милосердия. Страстную неделю во всех храмах священнослужители совершают особые церковные службы, готовя верующих к тому, чтобы достойно созерцать и искренне соучаствовать крестным мукам Спасителя. Ольга Щевелева, телеканал ЛРТ.